Всем привет, дорогие друзья! С вами Angry Wolf, и сегодня вот мы познакомились на сервере с пацаном. Просто он постоянно с ними познакомился, я с ним познакомился. Он обиделся, что никто с ним не здоровается, я поздоровался. Оказалось, ему 7 лет. Сейчас он нас куда-то ведет. У нас Сумрак, наш спонсор вечный, неповторимый, куда-то отключился. И тут я. Ну, в магазин отошел, я просто уже пришел. Вот, так. Ну, чё ты стоишь? Сейчас напиши, веди меня. Вот, как кто хочет посмотреть, вот он чат, по-быстрому тогда, а то он сейчас уйдет. Куда ты идешь? Вот он. О, дорогие друзья, да, я что-то по этому ходу мы не ходили. А, не ходили. Просто это сокращенный путь. Ну, как мы поняли, да, здесь вот проблематично на серию то, что строиться придется вот так вот за пределами, то есть самому строить дом на воде, да, то есть такой, ну, в виде, я так понял, логичнее будет построить остров либо корабль. Вот, ну, очень легко просто подружиться, на самом деле, просто прочитайте чат. Кто-нибудь есть, пишет, привет, просто отвечаете, и там пошло-поехало. Это твой дом? А. Наверное, данный, даже не летсплей, видел, наверное. Дружба, залог успеха, назовемся. Назову я так, наверное. Вот он. А, вот это тот пацан, помните, дорогие друзья, который с нам просился вместе с нами посниматься. Сейчас напишем. Вот, по-моему, это он. Это получается они друзья, так понял. Ну помните, дорогие друзья, в эпилоге, по-моему, или какой части первой серии мы показывали то, что. Вот, да. Они нам просили снять летсплей совместно. Вот мы согласились с Сумраком, мы открывали публику. Ну, стол заявок, так сказать. Сейчас, подождите. Где можно? Настроек, то есть любой. Мы свои, Саша. Любой желающий может написать в комментариях. Я хочу сниматься с вами в летсплеях. Да, и скиньте ссылку канала вашего официала. Официал, мы посмотрим, сколько у вас подписчиков. Естественно, никакого мата. Ну, и смотреть не ругательская какая-нибудь рубрикой. Сейчас я напишу. А можно на материке строиться? Там дня можно. Ай, косячок. Можно. Можно. Вот, пишите в комментариях, просто мы вас находим. Сразу же мы каждый день заходим, мы все время в сети. Пишите, указывайте обязательно в какую игру. Например, там Dead Island или Garry's Mod. Не понял сейчас. Сейчас. Просто пишите, какую вы игру хотите, ну, посмотрев на наши обзоры, летсплеи. Либо пишите, какие у вас игры, и, ну, если у нас есть такой, можете также проспонсировать, купить нам, и мы вместе снимем, ну, это кто желает. Лично спонсор показа, ну, не Майнкрафта, а Dead Island и Insurgency, является Сумрак. Он спокойно купил игру, вместе забронировал. Я как автор вместе снялись, и вот что у нас получилось, можете посмотреть там снизу в плейлистах. Также Minecraft данный спонсором я являюсь, то есть я нашел данный, купил админку, по-моему, что я тут купил, я не помню уже. Ну, на деньги, конечно, спонсоров показываю, там я снизу, наверное, на титрах укажу тех, кто пожертвовал деньги, так сказать, на развитие. И пригласил Сумрака, да, это долгие переговоры были, не сразу как всегда захотел играть, но все-таки спустя неделю, по-моему, переговоров, он все-таки решился. Сейчас он отошел, я еще раз повторюсь.
Вот у нас показан такой, показывает, каково тут толчок, я так понял. А, подставой. Подстава, подстава. То есть спокойно пишите в открытом доступе, мы открыты для всех, спокойно, не боитесь, спокойно отправляйте заявку и можете снять спокойно. Добрый, то есть ничего такого, если вы прям рак полный, то и тоже ничего страшного, мы прям тоже не актив мастера. Никто, Никита, а, это не тот. Тоже наш знакомый летсплейщик, я думал. Ну и также вы там выбираете через лаунчер, потом в каком-то летсплее будет, посмотрим, если доберется по каждому летсплею, когда мы будем выкладывать на данную тематику Майнкрафта, под 100 просмотров, то мы опубликуем этот сайт, лаунчер. Ну, потому что, чтобы все-таки как-то заинтересовать, а то, как всегда, перейдет по ссылке, и, естественно, у нас ничего не наберется. Сейчас у нас тут как Оби-Ван проводник какой-то показывает мастер. Мастер-класс. Типа вверх подниматься. В конце мы, наверное, данного сезона опубликуем сайт. Также мы откроем, ну, можно сейчас уже открывать официально, тут как официальную рубрику. Ну, короче, скриншоты выкладывайте, скидывайте их, кто хочет. Мы опубликуем также с авторскими правами. То есть мы напишем ваш ник, кто может, если хотите с нами участвовать, мы напишем, кто участвовал с нами. Вот, титры там мы укажем, еще где-нибудь мы вас укажем. Как по-вашему нужно, если вы спонсор, естественно, как вы захотите, если будете спонсировать проект. А, ну, мы прям не призываем каждого спонсировать, это такой у нас вводный летсплей, так понял. То есть, хотите спонсировать, не хотите, просто напишите летсплей, каждого, нет разницы, кто заплатил, кто нет, то есть равно. Это ваша инициатива, вот с нами делится. Круто. То есть хотите, играйте, понравился вам летсплей, пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте дизлайки, жайте на лайки, чтобы я знал, что это все-таки не зря мы делаем. Сейчас напишем, помоги мне дом построить. Вот. Да, данный летсплей, на данный сервер, сейчас скажем, расскажем немножко про сервер. Много на данном лаучере, там выбирайте, как вы хотите, RPG, там можно PvE, PvP, с экономикой, без экономики, то есть с деньгами, там с магазинами. Можете просто, вот как у нас сейчас, наподобие сталкера с экономикой, то есть квесты выполняете. Сейчас, да. Спокойно, можете просто в обычный Майнкрафт поиграть, тут тоже есть такая же функция. Если вам... Просто этот лаунчер создан для тех, кто надоел стандартный... играть в Майнкрафт, но любит фанат Майнкрафта, и не хочет просто как бы удалять, да, если надоело. Спокойно проходите квест, ну, развлекайтесь, короче, здесь разные фракции, я сейчас покажу. Вот задание получается, вот я уже взял. Фракции участвуете, вот видите, как чем дальше вы, вот, главное деритесь от вот печали. Вот. Фракции всякие, какие удобные, я, наверное, потом отдельный летсплей покажу про фракции. Что-то наш напарник сумрак слишком долго. Сейчас напишу, подождите, я... Блять. Вот что-то я как-то по-арабски написал. Вот, и... Ну, что еще сказать, такой водный летсплей. Меня зовут Angry. Сейчас пропиарю свой канал, знаете. Канал YouTube. Так, пока он что-то стоит, у нас были 5 технические неполадки. Также жертвуйте, мы будем обновлять новые какие-нибудь, я не знаю. Сейчас я напишу ему, представься. Новые какие-то там, я не знаю, графику мы хотим обновить, там у нас есть программа, но просто это проблематично, понимаете? Одно дело, когда ты, ну как Хованский, например, нет, не как Хованский, плохой пример, ну как любой летсплейшек снимает, да, и у него там 1000-2000 просмотров, а другое дело, когда наш канал Angry Wolf снимаешь и можешь даже с новой, Дима, с новой графикой и набираешь там 100 просмотров. Есть же разница, все-таки заработать долго и достаточно проблематично, все связать.
все это рассказать, показать все это быстро, чтобы недолго, не нудно было, с каким-то графиком, каким-нибудь субтитром кого-то привязать, спонсоров найти и так далее, данных обзоров. Это достаточно все проблематично и, ну, конечно, не ради денег, конечно, снимать, но просто жалко своего времени, то, что впустую все это тратится, то есть никак никому, никем не оценится, даже некоторые лайки не могут поставить. Элементарно. То есть, ну, что вам трудно, тупо лайк поставить? Некоторые даже до конца не досматривают данный летсплей. Хоть, ну, достаточно смешно, я так думаю, посмотреть на наш летсплей, просто повеселиться, поугарать, потратить время, можешь посмотреть новую информацию какую-то. А, вот, видите, пишет, меня снимешь. Там. Да, видите, спокойно, захотел. Сейчас. Мы открыты, то есть пишем правду, вот. Спокойно. Сейчас напишу, удиви нас. То есть, вот мы даже открыли рубрику «Открытый стол». И, ну что, спустя неделю, наверное, вот только двое человек кто захотел. И то вот один сейчас случайно, и один, который уроки делает. То есть спокойно, снимайте, ничего там такого. Можете без звука, можете по скайпу нас связать. Мы, у нас все написано в описании, там и ВКонтакт, и скайп, и Steam. То есть мы открыты для всех, бесплатно все это, повторяю. Можно даже спокойно в титрах или в начале указать ваш канал, то есть как бы пропиарим вас, если можно так сказать, у нас мало просмотров. Все открыто, все честно, потому что у нас не для какой-то пирамиды, да, деньги за это зарабатывают, а как хобби. Просто снимаем, веселимся. О, сейчас пойдем. Сейчас я вам покажу бандитов, которых мы получили люлей в прошлом летсплее. Вот, музыка у нас заиграла, наверное, на этом закончим. Что еще сказать, я не знаю. Посмотрите наши новые плейлисты. Дохрена у нас. У нас и Insurgency, игра новая. Dead Island у нас также летсплей есть. Garry's Mod скоро откроется. Майнкрафт у нас вот новый. График, конечно, не получился, потому что это все-таки вводный, да? И проблематично, вот я говорю, то что если это наберет кто-нибудь просмотр, хотя бы там, не знаю, 50, то есть смысл, вот видите, они нападают уже, бандиты. Есть смысл сниматься. А если это набирает там по 5 просмотров, ну смысл нам стараться, это же много, проблематично, много времени все-таки тратит. Это вам кажется, что это пару секунд, все легко, взял, набрал любого там друзей и так далее, но не все соглашаются. Сниматься, и те же вот всего за неделю мы 2 человека всего набрали, это проблематично, не то. Один из этих не может сниматься, уроки он делает. Вот мы под конец попрыгаем на батуте. Что я хотел, с чем, как захотел закончить все-таки, пишите, будьте открытыми, вот как у нас пейзаж. Присоединяйтесь, ставьте лайк, подписывайтесь, если вам нравится. Вот также вы можете на этом же сервере, мы на разных серверах будем снимать разные приключения, разные фракции, все объясняем, показываем. Можно играть совместно, угораем, мы веселые ребята, ничего такого страшного нет. Можете без микро, если вы стесняетесь, можете с микро. Всем спасибо, пальцы вверх, подписывайтесь и до встречи!